Микрорайон – густонаселенный район Бердска. Здесь горожане живут, работают и отдыхают. Но большого организованного пространства для проведения досуга у семей нет. Роща возле школы номер 11 может стать таким местом. Объявлено голосование за благоустройство этой территории. Есть три проекта. Один из них называется «Семья». В центре парка это фигура женщины-матери, и, естественно, к которой ведут не меньше 7 троп. Потому что само название – это семья, среди которых это и обозначение детской площадки, это игровая площадка, это спортивная площадка, это водный каскад, это обязательно букроссинг и среди этих аллей информационные стенды. Оставь свой голос. За самый уютный уголок Бердска. Не оставайся в стороне, ведь это важно и для твоей семьи. Голосуй за парк «Семья» на сайте 54 «Город среда».